Вот это творение природы – один из главных врагов наших огородов. Медведка – очень приспособленное насекомое и размножается быстро и в больших количествах. Одна кладка – от 200 до 400 яиц. Насекомое быстро адаптируется к препаратам, и многие уже заметили, что отрава, которую использовали в прошлом сезоне, сейчас почти не действует. Выход один – применять как можно больше способов уничтожения этой напасти. Вот это ходы медведки, их хорошо видно после дождя. Вот один из народных способов. Берем яичную скорлупу, заранее подсушенную, и тщательно измельчаем ее. Я использую ложку для того, чтобы ее измельчить. Можно воспользоваться скалкой. После того, как измельчили, добавляем подсолнечное масло, так, чтобы хватило смочить всю массу. Перемешиваем. Теперь идем на грядки. За несколько дней до высадки рассады в открытый грунт прикапываем на небольшую глубину нашу приманку. По уверению огородников, медведка должна отведать ее и погибнуть.